Алло. Алло, привет. Привет, за это слышала, писали легко ранены в группе. Нет, там Группе. кто-то писал, что кто-то раненый, но толком ничего не известно. Они 200, я тебе скажу больше, нахуй, они пиздят вам. Это понятно, я не слушаю, что пишут. Короче, я выбираться сейчас буду оттуда любыми способами. Ну, смотри, если ты будешь писать отказную, тебя по трибуналу сразу. Никакого трибунала не будет, нахуй, я уже, ну, уже все узнал, уже некоторые пацаны, кто отказались, уже в Сахалине, нахуй, служат. Ну, то, что вот, которые Это... поехали, 40 человек, они в хомутово торчат. Ну, я знаю, нахуй. И муж у Рыжей даже увольняться будет, он сказал, я не пойду больше. Чё, чё он сказал? Не пойдет туда больше на войну. Я тебе Все, приеду, войну, я приеду, я тебе все расскажу. Ты охуеешь, тут, блядь, столько людей погубили. Командиры ни разу лучше не воевали. Не надо мне такие ужасы рассказывать. Командиры, блядь, ни разу не воевали, нахуй. Столько людей погубили, нахуй. Давай еще способы домой. Ну сейчас, я сейчас жду, короче, блядь, я ебал. Они только такие задачи ставят, блядь, ебанутые, они все конченые. Сколько сейчас, их сейчас, осталось? сейчас. Все, у нас, уже нету почти. Ну сколько осталось? Человек 40 есть? Ну, может, ну, даже, может, 50, нахуй, наверное, может, не знаю. Из 800, блядь. Вовку там не видно? Я не знаю вообще, где он, жив, он не жив, я хуй не знаю. Понятно. Знает, нахуй. Уволят, да и похуй вообще поебать. Короче, такая хуйня, короче, надо тут выбираться, нахуй. Не знаю, как это выбираться туда. Потому что тут только один выход, или 200, или 300. Другого выхода тут нету. По-другому оттуда не выйдешь. Да, да. Ну, так что вот. Кошмар. Такая хуйня. Почему не могут других каких-нибудь прислать? Давай, короче, пока, короче, блядь, как что бота тебе там знать.